Когда вышел фильм «500 дней лета», он мгновенно стал классикой инди-фильмов, как для любителей ромкомов, так и для любителей кино. Вместо того, чтобы демонстрировать многообещающие отношения, он изображал воспоминания главного героя о его неудачных отношениях с Саммер. Это было грустно и временами даже больно смотреть. Это проложило путь для будущих ромкомов, чтобы сделать что-то немного другое. Хотя это могло произойти более 10 лет назад, многие из фильмов 500 дней лета актуальны и сегодня. Он выдержал испытание временем как фильм, который находит отклик у многих людей, переживающих недавний разрыв. Уроки, которые преподал фильм, открыли глаза многим молодым людям по всему миру на то, что могло пойти не так в их отношениях, и помогли им справиться с реальностью, что все кончено. У Тома большие планы на отношения с Саммер, и он думает, что они будут длиться вечно. Зрители видят его истинные мысли о том, как он воспринимает Саммер, и ожидания от их отношений. Но это не реальность. Том опустошен, когда Саммер расстается с ним, и вообще не предвидит этого, отчасти из-за того, как он думает о Саммер, не полностью осознавая, кто она на самом деле как человек, и вместо этого чрезмерно романтизируя их отношения. Фильм «500 дней лета» объясняет, что Саммер не была злодейкой, и это хорошее напоминание зрителям о том, что другие люди не несут ответственности за то, как вы к ним относитесь. Хотя имеет смысл горевать после печального события, такого как тяжелое расставание, фильм рассказывает о жизни и депрессии Тома после того, как он думает, что его мир рухнул после того, как его отношения с Саммер закончились. В конце концов, Том может отказаться от отношений и обнаруживает, что снова может чувствовать себя счастливым, хотя он и не с Саммер, и на самом деле он один. Единственная причина, по которой он смог двигаться дальше, заключается в том, что он смог отпустить Саммер вместо того, чтобы жить прошлым. Том одержим идеей романтики, отчаянно хочет всегда быть в отношениях и проводит большую часть фильма, пытаясь найти идеального партнера. Он опустошен, когда Саммер заканчивает их отношения, но в конце концов он может двигаться дальше. Вместо того, чтобы заводить новые отношения, Том узнает, что он может переключить свое внимание на свою карьеру и направлять свое время и энергию на то, чтобы стать успешным архитектором, что было работой его мечты. Фильм доказывает, что дело не только в отношениях, и что можно сосредоточиться на себе и своей карьере, а иногда это и полезней. На протяжении большей части фильма Том полностью убежден, что нашел ту самую единственную Саммер. Он думает, что поиски его единственной настоящей любви окончены, и они будут жить долго и счастливо, но оказывается, что это не так. Том обезумел и думает, что больше никогда никого не найдет, и что Саммер была идеальным партнером, а он разрушил свою жизнь, потерпев неудачу в отношениях. Но фильм доказывает, что Том способен исцелиться, двигаться дальше и даже встречать кого-то нового к концу фильма, что делает идею той самой нереалистичной. Один из пороков Тома в фильме заключается в том, что он думает, что должен быть в отношениях, а если это не так, он тратит свою жизнь впустую. Это огромная проблема и, вероятно, одна из главных причин, по которой он возлагал так много надежд на свои отношения с Саммер. В конечном счете, вы не можете быть в здоровых и позитивных отношениях, если не знаете, как чувствовать себя комфортно в одиночестве. Конечно, временами может быть одиноко, но вам нужно понять, что нормально находиться в своей собственной компании без кого-то еще. Весь фильм сосредоточен вокруг видения Тома того, что он хочет от своих отношений с Саммер. Он так старался заставить ее полюбить так же, как он любит ее, что у него ничего не получилось, как бы он ни старался и как бы сильно этого не хотел. Саммер никогда не испытывает тех же чувств. Вы не можете заставить кого-то любить вас, даже если вам больно признавать это. У каждого свой выбор и свои чувства, и иногда это не совпадает с тем, что вы чувствуете. Одной из самых знаковых сцен в фильме является момент ожидания против реальности, когда Том снова видит Саммер после их разрыва. Он воображает, что у них прекрасный вечер, и даже намекает на то, что они снова будут вместе. Но на самом деле они не разговаривают всю ночь, и Том уходит домой расстроенным. Опасно позволять своим ожиданиям относительно того, какими могут быть отношения, завладеть всем вашим мышлением. Вы не можете позволять своим ожиданиям взять верх над вами и вашими отношениями. Это не значит, что вы не можете их иметь, это просто означает, что вам нужно быть осторожнее с тем, какое давление вы оказываете на них, чтобы добиться успеха. Когда Саммер разрывает отношения с Томом, она указывает, что отношения не работают. Том застигнут врасплох, убит горем и быстро впадает в депрессию. Значит, он не видел признаков того, что отношения устаревают, или он просто отказался их видеть. Может показаться, что проще и менее болезненно игнорировать признаки испорченных отношений, но на самом деле вы только усложняете себе жизнь. Вы живете в фантазии, которая в конечном итоге рухнет, потому что в отношениях есть две стороны. Одна из главных причин, по которой отношения Тома и Саммер становятся непростыми, заключается в том, что они никогда не были на одной волне. Том никогда не говорил Саммер, что на самом деле чувствовал и чего действительно хотел от отношений, в то время как Саммер говорила ему, на каком она месте с самого начала.
Этот вопрос больше никогда не поднимался, и Том решил, что она не чувствовала того же, что и он, когда они стали более серьезными. Из-за этого их отношения стали натянутыми, когда Том понял, что Саммер не так предана отношениям, как он думал. Если бы Том рано выразил свои чувства и то, что он хотел, отношения, возможно, смогли бы продлиться немного дольше. Возможно, один из самых важных уроков фильма заключается в том, что ваше счастье не может зависеть от другого человека. Саммер становится для Тома единственным источником счастья, и он из-за этого теряет себя. Несправедливо оказывать такое давление на другого человека, но также и на себя. Это должно закончиться ужасно и погрузить вас в глубокую депрессию, как у Тома. Если вы хотите иметь хорошие отношения, вам нужно убедиться, что вы тоже можете сделать себя счастливым. Это не значит, что другой человек не сделает вас счастливым. Это просто означает, что он не будет вашим единственным источником счастья. В начале отношения Тома и Саммер явно были хорошими, и у них одинаковые интересы, и они легко ладят, а роман между ними просто восхитителен. Ясно, что он меняется с течением времени и не остается идеальным. У каждых отношений есть свои взлеты и падения, и именно в этом суть отношений. Вы должны понимать, что это не всегда будет хорошо, а иногда это никогда не вернется к тому, чтобы быть хорошим. Том впервые влюбляется в Саммер, потому что узнает, что у нее такой же музыкальный вкус, как и у него. А он, по-видимому, никогда раньше этого не испытывал. Это становится катализатором всего фильма и знаковым моментом в фильме. Вот только реальность не так проста. Вы не должны быть с кем-то только потому, что у него такие же интересы, как и у вас. На мгновение может показаться захватывающим, что кто-то любит вашу любимую группу, но это чувство проходит и появляется так много других элементов, которые приводят к тому, что вы влюбляетесь в кого-то. Откровенно говоря, все они важнее, чем симпатия к вашей любимой группе. Суть фильма в том, что мы смотрим на все глазами человека, с которым расстались. К середине пути мы злимся на Саммер. Нам не нравится Саммер, потому что она разбила сердце нашего главного героя. Вот на что это похоже, когда мы видим отношения только со своей стороны. Фильм заставляет нас осознать, что точка зрения Тома не обязательно является правдой, а скорее предвзятой версией событий. В каждых отношениях участвуют два человека, а значит две стороны истории и два чувства. Чувство одного человека не обесценивает чувство другого, и в отношениях важно сделать шаг назад и посмотреть на вещи с точки зрения близкого человека. Том тяжело переживает разрыв с Саммер. Он ударяет его как товарный поезд, и он изо всех сил пытается оправиться от него. В конце концов, однако, он это делает. Он берет себя в руки и идет дальше. Он даже встречает другую женщину, в которую он мог бы влюбиться. Каждое расставание тяжело, это неизбежно. Также нормально горевать после этого и не торопиться, чтобы исцелить свое сердце. Никто не скорбит одинаково, и каждый исцеляется в своем собственном темпе. Однако жизнь будет продолжаться. Это не конец света, когда вы и ваша вторая половинка расстаетесь. Может показаться, что это так, но подождите месяц или два, и вы заметите, настолько лучше вы себя чувствуете.